Съемочная группа РТС работает в эпицентре большого праздника. Главные герои дня за моей спиной. Ребята ждали этого долгих 11 лет. И, наконец, дождались. Практически все экзамены сданы. И вчерашние школьники уже готовятся отправиться в самостоятельное путешествие. Планов громадье. Давайте узнаем о них поподробнее. Я за границу планирую поступать. Правда, через год. Дай бог, получится. Сегодня надо пережить. На самом деле, планы действительно есть. Но просто сложно выбрать, когда очень много возможностей у тебя и когда ты можешь делать все, что ты захочешь после школы. Есть планы. Закончить институт, потом найти достойную работу с достойной зарплатой, чтобы прожить свою жизнь так, как я хочу. Прощение со школой – особенный праздник, который непременно должен запомниться. Но чтобы до него добраться, выпускникам необходимо встать в одну колонну, пройти по улицам Щетинкина, Чертыгашева и Вяткина до стадиона Саяна. Такова традиция в республиканской столице. Автомобильный проезд на указанных улицах, как и сообщали в Абаканской мэрии, перекрыт. Подробный репортаж с места событий смотрите в понедельник на РТС.